Всем привет! Сегодня у нас 28 июля 2019 год. Город Кременчуг. Показываю вашему вниманию такой урожайный, беспроблемный сорт Алучи Генерал. Я ее ныне в том году показывал. Ну, в этом году она тоже красивая. То есть хочется и в этом году показать вам какой-то сорт беспроблемный, урожайный, каждый год с урожаем. Так вот оно смотрится, дерево. Внизу куча алучи на ветках, вот можно видеть. То есть сорт хороший, беспроблемный, морозостойкий. То есть должен быть в каждом саду. Красавчик. Когда полностью обтирается, такое же темное, темного цвета. Вот какой обтертый. Это полностью выспевший плод. Сейчас положим на веса, посмотрим, какой вес в этом году. Так, давайте посмотрим, какой вес у него, у этого сорта. Это что ж такое, что с весами? Неровно стоят, видимо. Так, в этом году 77 грамм. Шестьдесят девять. Конечно, надо нормировать, уже был крупнее этот сорт. 67. Средний вес получается 50-70 грамм. То есть отдельные могут быть при хорошей нормировке до 100 грамм этот сорт. Черный, натертый. Прыновый налет, когда натираешь, стираешь, он такого цвета становится черного. 57. Вес хороший тоже. Ой. Сейчас разрежем, посмотрим, какая у него мякоть. Сорт товарный, транспортабельный. На рынке, в принципе, думаю, должен нормально уходить. Посмотрим косточку. Я его себе когда сажал, как-то не сильно. О, какая мякоть шикарная. Думал, что он прям так мне понравится. Мне он понравился за вкусовые качества хорошие. То есть висит на дереве, особо не опадает. Плюс его не надо обрабатывать. Это тоже большой плюс. То есть получается экологически чистый сорт. Мякоть шикарная, красивая. Так, вот я разрезал чуть-чуть. Сейчас еще разрежем на дольки. Мякоть шикарная. Сейчас попробуем, продегустируем. Такая как мармеладка. Косточки, смотрю, не отделяется. Вот такая шикардовская мякоть у нее. Покажу поближе. Это в полном зреновом состоянии такая мякоть у сорта Генерал. Сейчас посмотрим, какой вкус у нее. Я это рассказывал в том году, ну и в этом году. Это уже, я думаю, будет интересно. Мякоть такая мармеладная, в меру сочная, вкус сладкий, шкурка с легкой кислинкой, аромат нежный, ну, в принципе, добротный, хороший сорт, я его советую всем. У кого растет этот сорт в саду, отпишитесь в комментариях, расскажите, как он растет в вашем саду с обработками или без, поражается ли какими заболеваниями, поражается ли червем этот сорт в вашем саду. То есть я его выращиваю без обработок, этот сорт. Он не нуждается в обработках. Ну и как он переносит наши
украинские, северные там зимы, на севере Украины. То есть я в центральной Украине живу. У меня он как бы не подмерзал ни разу, проблем с ним никаких вообще не было. То есть посадил и забыл. А как он плодоносит и дает урожай в других областях Украины, хотелось бы услышать. Интересно. Так, всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Будем снимать новые видео, показывать, рассказывать, какие сорта у нас плодоносят. Думаю, будет интересно. Всем пока.